Москва – это очень большой и красивый город. В Москве очень много разных достопримечательностей. Главный из них – это Красная площадь. Рядом с Красной площадью находится Кремль. Красная площадь называется так, потому что она красивая. Я посещал очень много разных достопримечательностей. Я был в Третьяковской галерее, в музее имени Пушкина, на ВДНХ и многих других местах. Еще я был на Останкинской башне. Мы с мамой поднимались туда на скоростном лифте. Его скорость 7 метров в секунду. Наверху там был прозрачный пол. Мне он очень понравился, а мама боялась на него зайти. Еще там есть кафешка. Она крутится по часовой стрелке. Мы там перекусили, я попил горячий шоколад. С круассаном шоколадным тоже. Моя любимая башня, про которую я читал в книжке, это башня Эволюция. Она строилась 3 года. Всего в здании 54 этажа. А ее высота 255 метров. Я бы хотел посетить эту башню. Мой город очень красивый и интересный.